Так, всем привет, подписчики. Сегодня мы играем в метро, выход 8. То есть в прошлый раз я обещал, что на 10 лайков мы сыграем в выход 8. Я сегодня играю с Костей. Всем привет. Вот, надеюсь, его хорошо слышно. Ладно, сейчас это метро. Здесь есть разные картинки, разные штучки, вывески, картинки. Вот какие-то монстры здесь. Он страшный. Вот этого челика, который в прошлый раз был, если вы помните. Ладно, нам нужно пойти другим путем. Я надеюсь, мы все запомнили. Давай, идем. Мы первый раз играем, если что, честно. А это мой телеграм-канал, где происходят розыгрыши, конкурсы и наборы в ролик. Если ты хочешь попасть в ролик или хочешь выиграть в каком-нибудь конкурсе, то подписывайся на мой телеграм-канал. А ссылка на мой телеграм-канал будет в описании. Так, заходим, ищем... Аномалию. Так. Но я не вижу пока что. Вроде в первый... Нет. Идем вперед. Тут нету 100%. Нет, все нормально. А как пройти? Да, идти вперед. Да, вперед. Какая комната там? О, у нее чемодана нет. Идем назад. У нас какая? У нас первая, да. Так, я запоминал картины очень хорошо, а вот не знаю, как ты. Я запоминал картинки все. И картинки все правильные. Да. Мне кажется, здесь это аномалия. Идем, идем вперед. Блин, там аномалия была. Пипец. А здесь раньше была эта надпись? Сверху? Нет, вроде бы. Идем аномалию, видимо. А нет, была. Точно? Давай вернемся. А, все правильно было, это аномалия. Мужик сидит, картинки все верные. Вроде. Что, поезд грязный какой-то, идем назад. Я знаю, я только тоже заметил. Подписчики, поезд грязный какой-то. Не вытерли. Да. Обслуживание фигуры. Картины. Обычные двери, нормально. Да вроде все так, идем вперед. Давай. Ура, мы набрали. Что это, что? Была картина с динозавром? Да, была. Картина! Такой не было, вот такой не было картины. Идем назад. Такой картины не было, идем назад. Если будет аномалия, мы проиграем, правильно? Нет, не будет, нет. Аномалия. Видишь, там штука сверху висит? О! Что это? Так же идем назад, аномалия какая-то. Блин, мы на первый только. Это сложнее, я говорю. Я ничего не вижу. Что ж такая картина была? Блин, да, но я просто... я не запомнил, знаешь, две картины. Вот эту вот картину... Блин, это ошибка вроде. Нулевая, да. Та-т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 а
Опять неправильно. Почему? Да потому что это сложно очень. Нет, нет, нет. Да, подписчики,
если вы хотите, чтобы я снимал подобные проходилки, где есть сложные проходилки, то поставьте 15 лайков на этот раз. Мужик, почему ты похож на персонажа из Джоджо? Ладно, опустим это. Но я думаю, да. Ну все нормально, то есть ты хочешь сказать, да? Идем вперед. Да блин! Да как оно может так быть? А, мне кажется, меня закрыли. А, вот все. Еще нужно, наверное, наверх смотреть на вот эти подлокотнички, на вот эти вывески наверху. Реально? Да. Это хард, я говорю. А разве этот люк раньше был? Вот эти люки сверху. Да. Да? Вперед? Да блин! Да это фигня какая-то, подписчики. У меня постоянно багает, и я просто тэпаюсь туда-сюда. Ну что это такое? Да блин, невозможно. Это хард. А вот это раньше была вывеска вот здесь на двери, видишь, маленькая такая? Где? Вот, такая маленькая на двери. Была. Мне кажется, не было, давай назад. Видишь? Она была. Давай посмотрим. Что? Ну тогда мы просто нубики, которые ничего не видим. Что это вообще? Как это проходить? Это сложно. Да ты ничего не посмотрел внимательно. Давай сейчас просто очень внимательно посмотрим все. Прям очень. Мужик сидит, у него телефон в руке, все так. Картинки. Снизу именно. Все такие, все правильные. Я их запоминаю. Аномалия. Вот видишь, там такая штука сверху написана. Она должна быть на корейском. Идем. Это аномалия. Даже на это надо обращать внимание. Да. Так. Дай, так. Мне кажется, вообще не понимаю ничего. Я тоже. Подписчики, напишите в комментариях, если мы тупые и мы просто не видим что-то. Мне кажется, мы тупые. Да, идем вперед. Все так. Все так, да. Теперь все. Так, я буду наверх смотреть, если что, сначала. Картинки вроде сверху все правильные. Снизу тоже все правильные. Давай вообще пол нужно смотреть, видимо, тоже. Тихо, сейчас приду. Я аномалию нашел. Подписчики, видите? Везде белые такие штуки снизу, а вот здесь черная. Это аномалия. Видишь, здесь такая черная полоска какая-то снизу, в самом низу. Это аномалия. Уходим. Назад. Иди назад. Вот туда, да. Да. Давай посмотрим, это было правильно. Да, это было правильно, я угадал. Чего нас телепортируют теперь? Не знаю. Так. Подожди, надо все смотреть. Так, картины. Так, все так. Да вроде все так. Цвет в окнах тот же. Картина эта же. Да. Все колесом. Нет, не картина. Ну, мне кажется, сейчас нет, реально будет. Дайте пройти. Да блин! Куда? Что не так было? Не знаю. Запоминаю, у мужика должен быть телефон, кажется. Я знаю. Почему нулевая? Мне кажется, это аномалия. Видишь, здесь некоторые поручни висят низко, а некоторые высоко. Да, странно. Все, назад.
Что за бред-то? Может, правильный. Да, все правильно. Подписчики, реально, пишите в комментариях, если мы тупые просто. А, тут медведь просто сидит, мы его еле заметили. А, его издалека не видно просто. Вот я люблю... Там дверь открывается, закрывается. Назад идем. О, я такие аномалии люблю, где легко вообще ездить. Опять? Ты видела, она только что открытая была? Это прикол такой. Да, но все время так? Сейчас мы все осмотрим. Блин, сейчас я найду. Я найду у тебя аномалии. Я тебя вычислю по IP. Ну, аномалии. Так, мужик хороший. Еще в Википедии у меня тоже так написано. А QR-код был? Да, был. Ну, давай QR-код. Нет, лучше все смотреть. Да, потому что мы тупые очень. Вывески правильные. Да, это интересно как раз. Да, интересно, что мы тупим очень. Да, я думаю, да. Это правильно, кстати. Третья комната – это наш рекорд вроде. Какой у нас рекорд, Костя, ты помнишь? Или подписчики, вы помните, какой у нас рекорд? 5. Давай смотреть просто. Ага. Картины. Картины Ежа. Те. Сверху картины тоже те вроде. А разве, картины вот эти, видишь, там сверху такие штучки? Они разные, а они тут со всех сторон одинаковые. Они же вроде раньше разные были со всех сторон, нет? Нет, вроде. Тогда идем вперед. Нету аномалий. Я надеюсь. Да, все. Мужик. Аномалия. Видишь, там дверь, на дверь посмотри. У нее что-то там течет. Ой. Назад. Это да. Блин, плохо, что здесь, типа, нужно нажимать на кнопочки. Назад, нет, не назад. Назад, аномалия, видишь? Какая? На английском тут. Где? Вот, здесь. Здесь еще на китайском. На английском у меня. У меня на японском. Или корейском, я не знаю. Ну, раз ты сказал, давай назад пойдем. Да нет, просто я не знаю, у меня все на английском тут. Реально, у тебя вообще все на английском? Аномалия, тут реально все на английском. Я тоже заметил, тут на английском все. Какой у нас там? 6! Мы почти прошли, прикинь, мы пройдем. Будет очень круто. Давай сейчас. Аномалия. Комната красная. Какая комната красная? Она покраснела. Да, когда? У нее такое, она необычная. Да, она какая-то необычная. Да, ты был прав. Давай сейчас очень внимательно смотреть, потому что у нас 7-я. Мы можем сейчас пройти, понимаешь? Мужик с телефончиком. А почему дверь иногда открывается сама без нас? Она иногда открывается просто. Когда мы далеко стоим. Нет, когда мы далеко стоим, она иногда открывалась. Давай сейчас за дверью следить, она иногда открывалась. Нет, что ли? Ну, блин, мы либо вперед идем, либо мы дальше смотрим. Надо все прям смотреть. Да. Ты картины, я языки. Какие языки? Ты че? Ну, картины все те. Я это точно. Я точно проверил, все картины те. Так. И наверху все те. Да. Мне кажется, тоже.
Ну, блин, если сейчас мы прошляпим, будет так ужасно. Нет! Блин, а где? Может, у чувака не было телефона в руке? А где? Давай перезапишем. Нет, к сожалению. Здесь точно нет, идем вперед. А вот сейчас наугад просто назад пойдем, наугад. Идем наугад назад просто. Зараз смотрим. Так, все на японском, корейском, так, все есть. Уже с телефоном. Мне кажется, все так, мне кажется, все так. Угу. Мне кажется, то, что я пупсик, поэтому... Я говорил... Ой, не-не-не. Что? Тут перевернутые надписи! Перевернутые надписи! Идем назад, анималия. Ты уверен? Да, там аномалия была, там двоечка была перевернута. Дверь. Почему? Меня постоянно прикалывает, почему дверь открывается? Я пугаюсь. Тычки, двери открывай. Это сука, снявка. Что? А что тут такое? Что не так? Сколько мы уже играем? Не знаю. А вот что не так? Мы уже почти 20 минут, наверное. Наверное. Ну, вообще, 18 вроде. Так. Мне кажется, здесь нет аномалий. Я тебя люблю. Видишь, я какой умный. Вот. А! Аномалия! Какая? У мужика портфель нет. Да-да-да. Почему-то... Так, телефон на месте. Картины. А разве вот это была картина? Да-да-да, была. Мне кажется, здесь ничего нету, потому что вроде все так. Нет, аномалия. Что не так? Вывеска на русском или на английском я не увидел. Какая шестая имба? А мы все умнее и умнее. Здесь нужно прям все вообще рассмотреть, проследить. Мужик, что? Дай 5 рублей в долг. Ну, да. Мы ж тебя каждый день будем. Блин, здесь ничего нету, мне кажется. Идем? Здесь ничего нету, идем вперед. Там не... Идем, тут ничего. Разве их 3 было? Разве их 4 было? Разве их 5 было? Мне кажется, аномалия. Видишь вот эти вот штуки, которые с такими решеточками? Их разве 5 было? Их вроде бы 2 было только. Где? На потолке такие, видишь, штучки с решеточками? Не знаю, что так ты придираешься. Окей, если сейчас аномалия, то ты виноват. Идем вперед. Нет, ты виноват. Что? Назад, аномалия. Что? Назад, да-да-да. Нажимай «да». Мужик был без чемодана и света не было. А света нету, это плохо. Все, конец! Мы прошли! Ура! Мы столько провозили, целых 20 минут! О, стой! Какая-то концовка. Ты английский знаешь? Фрик хороший мужик пишет. Подписывайтесь на молнию, что-то там. И подписывайтесь на ТГ-канал молнии. И там еще какой-то человек лежит.
Нет, это мой брат. Он у меня пилот. Пилот, пилот, пилот поезда, пилот метро. 19:08 мы проходили, 19:08, подписчики. 19:08 минут. 19 аномалий. Ну мы крутые просто. Ладно, подписчики, напишите в комментариях, какие аномалии мы пропускали. Ладно, подписчики, всем пока, до скорых встреч. Всем пока-пока.